Здравствуйте, ребят. Гусар приехал. Да, малыш? Вот такой красивый у нас мальчик. Сейчас. Ребята, вот так отгородили, потому что у меня две девчонки маленькие. Хочешь? Нет, скажи. Завтра поедем на обследование. Он хромает на лапу. У меня такое ощущение, что у него был все-таки по лапе удар. Уж больно грязная одна лапа. Да? Маленький мой. Мой хороший. Дай мама морду посмотрит. Давай, поверни сюда, котик. Он собака видит. Ну, ладно. И он, видите, вот такой. Постараемся его сейчас искупать, чтобы завтра отвезти к врачу. И обработать. Ну, послала. Вот оттуда, с нами, покажи бок. Ты решил повернуться? Ребята, он худой. Это просто на нем шерсть. Вот здесь косточки торчат. Вот шерсть, если прижать. Вот косточка и вот косточка. Ребята, просто он очень пушистый. И он у нас, ребята, давно бичует. Да. Это уже вторая бутылка лугового. Все, и это закончилось. Ребята, это просто первое мытье пока. Хотя бы снять основную грязь. Это еще не основное купание. Основное это его здесь ночевать в ванной, чтобы по основному его вымыть. Он очень-очень грязный. Да, мое солнышко? Маленький мой. Хороший медвежонок. Мамин, мамин мальчик. Мамин зайчик. Он же хоть чистый становится. А кусочками. У него что-то под мышкой, он прям, там какое-то у него пятно непонятное. Знаете, какой он худой становится, а? Когда намочили, видишь? Вот и какой худенький. Смотри-ка, вода с него льется. Черная. Черная. Маленький мой. Сейчас будем. У нас там расчесочка, и попробуем его чуть-чуть почесать. Угу. Сейчас высушим. Фен приготовишь? Да, вот он лежит. Все. Да, животик чешется. Это у него животик, что-то там пятно какое-то, я говорю тебе. Я начинаю там чесать, непонятно, он лапами стучит. Какая вода грязная. Ничего, малыш. Знаешь, какой бедный худой, не? Он худющий, бедный. Ставим бложки. Бложки уходят. Ага, видишь, как гнезда прям. Ужас. У него где-то рамка есть. Ой, смотри, прямо гнезда. Сейчас. Худой, глянь, какой худой. Это учитывая того, что он такой лохматик. Смотри. Что у него? Ой, да. И такое ощущение, что его блохи сожрали, что ли? Что вообще жуть. С той стороны обойди. Да, угу. Слушай, все здесь. И все скатано. Ребята, он очень давно на улице. Очень давно. И не месяц, и не два. У него здесь вот все скатано, все отбито. Ай-яй-яй-яй-яй. Блохастик. Блохастик. Я его не буду сильно. Нам хотя бы основную грязь с него смыть сейчас, чтобы его кожа хоть дышать начала. И блохи, чтобы убежали. И да, сейчас уберем. Видишь? Вот я поэтому, когда вчера купала его, не могла понять, что с ним. Угу. И у него там, скорее всего, там тоже шрам. Не показывает? Mm-hmm. А, ладно. Вот видишь, у него... Да, он весь в таких ранах. И здесь тоже, смотри. И здесь ранка, и здесь. Вот. И это не покусы, это... С другой стороны тоже. Ушки, видишь? И не лишай. Нет, так. И на голове то же самое. Ну-ка, дай я покажу. А, нет, слушай, ну ему годика два, судя по зубкам. Ну, очень хороший пацан. Реально красивый, красивый, хороший. Лапу дает, ага. Вот представь себе, что я подошла, его взяла из машины и вынесла. Thank you.
Молодец, молодец, молодец. Все, возвращайся. Ну ничего, пусть. Интересно, вода холодная? Ну вот иди потрогай. Только не упади. Холодная? Ну что, ледяная? Все, пойдем. Пойдем. Давай, выходи. Да, пойдем. Пойдем, пойдем, выходи. Еще хочет, да? Тихо, 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 пусть. Тихо, тихо, тихо. Давай, плыви, плыви, мой хороший, давай. Да, мой хороший, да. Левый. Да, умничка, умничка. Меня не научись. Еще поплавай. Пойдем, мой хороший, пойдем.